Хочу сказать, что вообще, во-первых, спасибо всем, кто пришел и в такую погоду болел. Я думаю, это сказалось, на самом деле, чувствовалась поддержка с зала, трибун. И как бы игра давалась тяжело. Там, первый тайм начали вроде неплохо, моменты там туда-сюда. Потом погодные условия и все. И как бы борьба. Кто выиграл борьбу, тот и выиграл, получается. А на поле что-то корректировать приходилось? Но... Ну, только коррективы только вот именно на поле акцент делали и все. То есть, ну, не идет, он и не идет уже не первый тур на самом деле. Поэтому будем работать дальше там, над реализацией, потому что немножечко она хромает.